реконструкции, скажем так, мы занимались с конца 90-х. Были большие планы, 30 миллионов квадратных метров пятиэтажек в России. И, соответственно, была, так как средств было мало в конце 90-х, в начале 2000-х, сейчас мы разбогатели, то была идея реконструировать здание без отселения, а реконструкцию проводить за счет дополнительных квартир, которые возникают, собственно говоря, в пространстве под кровлей. Достаточно компактная стройка, при этом, обратите внимание, даже настилы деревянные, чтобы трава после стройки, соответственно, сохранялась, все деревья сохранили и так далее. А за счет мансарды также делалось утепление, капитальный ремонт здания, ну и, собственно, такие пространства, практически пентхаус получался на последнем этаже. Вот это через полгода после завершения стройки, видите, то есть никаких следов не остается. Много проектов сделано по всей стране. Это в Тюмени, в Сургуте дом. С той стороны у него еще лифты. Это по программе детей, молодых семей, поэтому лифты были с той стороны сделаны. Проекты двухуровневых мансард тоже с лифтами. Это для Сетуни. В общем, важно понимать, что когда мы проектируем, дом существует для хорошей жизни, а не для существования в них, сформулировал Аристотель. И когда вы проектируете, вы помните про общество, про инвестиции, про планету. Ну и про меня, Олег Игоревич Понятков, вспомните тоже. Спасибо вам большое. Жизнь в лучшем свете.